все взаимосвязано. Любовь, время, смерть. Эти три вещи объединяют абсолютно всех людей на Земле. Мы жаждем любви. Мы хотим, чтобы у нас было больше времени. Мы боимся смерти. Говард, ты потерял ребенка? Говард замечательный, креативный, харизматичный человек, который любил жизнь. Теперь он ее ненавидит. Я пытался с ним поговорить, достучаться, но его нет. Мне его не хватает. Он пишет письма. Кому? Говард не пишет людям. Он обращается к понятиям времени, любви, смерти. Дети пишут Санте. Это не значит, что они сумасшедшие. Нет, но это помогает. Для кого это письмо? Я писал смерти. Приятно познакомиться. Вижу, вы очарованы. Нет. Люди все время обращаются ко Вселенной. Большинство не получают ответа, но не ты. Мне это не нужно. Я время. Время — это дар, а ты тратишь его впустую. Ты решишь, что я сумасшедший, но я иногда общаюсь кое с кем. Я любовь. Даже не пытайся жить без меня, Говард. Я видел тебя в ее глазах, когда она звала меня папочка, а ты предала меня. Я всему причина. Если ты примешь это, то, может быть, снова вернешься к жизни. Он взывает ко Вселенной в поисках ответов. На карту поставлено куда больше, чем можно вообразить. Тебе был дан дар свыше. Особая связь с основными понятиями нашего мира. Просто ищи. Я обещаю, ты поймешь, что значит призрачная красота.